Всем привет, вы на канале Morgan Games, продолжаем Dying Light, и я, короче, решил таки эту серию тоже по бочкам посвятить, хотя я думал этого не делать, но все-таки меня коробит, что они пока есть. Давайте пока соберем быстренько водоросли для задания там что-то по деревне, там, где мы объявление брали со стенда. И тут же в этом же районе, где водоросли, у нас есть задание «Прострой площадку», можно заодно будет зачистить зону. Посмотреть, что тут делают люди Раиса в тоннеле рядом с озером. И еще одну зону можно будет, в принципе, зачистить. И тогда мы на карте зачистим почти все зоны, кроме вот этой вот одной. Эту одну потом уже зачистим, уже когда будем в этой области. Нам дадут достижения за это. Я пока пришел к торговцу. Нам можно с ним сейчас поменяться, продать ему экспалибур, который мне уже как бы не нужен. И он нам даст 1300 за него. Подожди, все ценности за 1250. Это какие все ценности? Ты что, охуел? Все ценности. Какие ценности? А, вот эти ценности. Ну, тогда, в принципе, я согласен. Давай. Только же не оружие. Сейчас чихать, походу, буду. А, тихо, аккуратно. Отошли от экрана, сейчас забрызгаю. Тихо. Не, передумал. У меня хитрый чих. Он сначала передумает, потом как чихнет. Неожиданно, негаданно. Так, а что можно купить? У меня сейчас 7273 бача. Немецкий пистолет. Вот это бы я купил. Так и все равно у меня патронов к нему. Или у меня есть патроны. В принципе, патроны можно что-то сделать самому. Стрелы. Не, давай пока слишком оружием не нагружаться. У меня и так всего хватает. Полицейская винтовка. Давай винтовку поставим здесь. Чтоб была. А что у меня вообще по патронам? Вот что я не могу понять. Секач, лук, горючая жидкость. Ну подожди. Что у меня по патронам? А, патронов хватает. С патронами нормально. Так можно тогда пока поставить пестик. А, у меня есть немецкий пистолет, глянь. У меня все как бы с собой. Куда ты прешь? Дама! Блять, нет, бесите все. Там и лежи. Ух ты, смотри, какой громила. Блять. Ладно. А почему вы отсюда их как-то не отстреливаете, я не знаю. Тихо. Пошли тогда сразу за водорослями, сбегаем. Скорее всего, какое-то горное озеро. Подожди, а что это такое? Что тут растет? Трава. Только это обычная трава. Как-то немножко далековато до этого озера. Вроде бы и не такое расстояние оказалось на карте. Смотри. Это еще кто? Люди Раиса, что ли? Куда не поехали? Ха? Тормознули, нет? Тормознули. Они въехали куда-то туда. А, это ж... Это ж, походу, как раз-таки то самое задание. Там, походу, с кузова кто-то вышел. А ну, пошли глянем. Водоросли потом соберем. Это мы где по карте? А, это как раз таки вот это вот задание стройплощадка. Все понятно. Нычкуйся. Блядь! Сука, что же шум поднимет за тебя? На, блядь, по ногам.
Лежать, лежать, говорю. Сука. Сейчас походила. Сходу. А ты что тут делаешь? Чего они все меня пытаются грызть? Кончай его. Короче, мы уже раскрыты. По полной программе. Давай! Нихера себе как разлетелся, три. Разлетелось как. Тупо в щи. Бэ, жесть. Так. И что там у нас забыли люди Раиса? Кто мне скажет? Перелазь. А, тут проволока. Куда не перелазь. Что-то там палят. Бля, что происходит? Кто? Это по мне, что ли, палили? Сейчас вдруг не понял. А как же нам тогда тут перелезть? А вот как. Забирайся. Тихо-тихо-тихо. Хедшот. 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 Вижу его. Хедшот. Чего он в шлеме? Минус. Блять. Минус. Ты сука, что ты кидаешь? Хедшот. Ой, бляха. В минус я прям упал. Мелкие зомбари. Так. Сюрикен. Античный клевец. Нихера себе античный. А что это такое? Тихо. Что-то хорошее довольно. У меня-то он простой топорик, 88 урона всего. А античный клевец 149. Чувствуешь разницу? Тут цветовая ловушка есть, можно ее активировать. Блин, гвозди на моей дубине уже погнулись. Об чью-то башку. Где этот педрила? Сейчас сразу их грабанем. Сиги, кофе. Это хорошо устроился, смотри. Залез такой. Пока они там от зомби отбиваются, я их граблю. Что происходит? Ты меня заметил, утырок. Тихо, 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 пацаны.
И откуда они сюда залазят? Хотел бы я знать. Ублюдки, а. Ключи. Ключи от чего? Потому что тут их не машины. Добежал. А пули такие разрывные, прям в голову попадаешь, голова вся ебасосиная разлетается. Как нам это место теперь захватить? Для этого, скорее всего, надо забраться наверх. Или как, чё, куда? Так, постой-ка. Ох, нихера себе, чё у вас так много здесь, ребят. Ладно. Давайте сразимся, мать вашу. Кто убил? Топчи! Убил. Survivors inside. Выжившие внутри. Хорошо, хоть не мертвые. Ну, пока что только мертвые внутри. Блин, сзади кто-то. А вы откуда взялись, дамочки? Все спокойно! Надо уже лечиться. Тихо. Так, блядь, на нас аптечек не напасешься. Мне кажется, я столько аптечек тогда на мосту забрал на той второй половине. Но видишь же, уже три штуки всего. Они, как известно, имеют свойство быстро заканчиваться. И это не есть хорошо. Чё, пацаны? Что будем делать? Кого первого, тебя или тебя? Ой-ой-ой, какие опасные какие. Руки протянули. Тихо, по ребрам на. Да на, по башке тебе, негр. Хорош. Нифига себе у меня бита. Какая охреневшая. А что на ней за чертеж такой классный, слышь? Знать бы, что тут за чертеж стоит. Что-то я такое сюда поставил, прям охрененное просто. Она и так великолепная, с таким чертежом. Тут, короче, электроэнергия, видишь, он там ток. Что-то, походу, еще, мне кажется. Какие люди проснулись! На! Мать! На! Блин, промахнулся. Акела. Так, это я куда пришел? Оп. Оп-оп-оп-оп. И оп. Все. Еще одна зона захвачена. Можно тут храпеть. Когда захочется. Так, а что у нас тут по этим, по бандюкам? Обыщите стройплощадку. Давай, наверное, задание себе это активируем. Чтоб сразу оно у нас было подсвечено. И можно будет обыскивать. Так обыскивать надо вообще не здесь. Обыскивать надо... вот тут. Вот где-то снизу. Да, я сейчас буду тихо. Ну, одно хорошо, что стройплощадка уже по-любому зачищена. То есть их тут уже быть не должно. Этих пидоров. А, вот что было закрыто. Вот эта дверь, смотри. От нее мы ключ нашли. 100% тебе отвечаю. Тут что-то ценное есть. Вот здесь, вот 100 пудов. И что это?
Инвентарь заполнен. А что это такое? Взрывчатка? Да какой заполнен? Ни хера не заполнен, подожди. Надо что-то выкинуть тогда. А, может это ракеты, типа, вот эти? Как передвижные безопасные зоны, которые действуют. И куда их? А ну, постой. В смысле заполнен? Нет, это сто пудов те самые ракеты. Это они. А толка от них? Они типа как бы, наверное, приманивают зомбарей ночью или что они делают? Они, короче, что-то делают. Украсть украденное. Принесите динамит Джафару. Никита, динамит. Подожди. Вот, видимо, скорее всего, надо таки избавляться от чего-то. От чего можно избавиться? Простой клевец, топорик простой. Секач, гвоздодю. Этот топорик, он ни к селу, ни к городу здесь, честно. Тут есть куча охрененных оружий, а мы каким-то топориком пытаемся дорожить. Разбирай его. Все. Я же говорил, что я чихаю, когда этого никто не ждет. Динамит. Это динамит, блядь. Смотри. Мы взяли динамит. А где он у нас тут? Три штуки. А чё он по виду похож на ракеты? Все, теперь его надо отнести Джафару. Джафар хочет подрывать на нем Аладдина. Так, защищать. Давай теперь водоросли сорвем. А потом сюда сгоняем еще. И сюда. Все, короче, по порядку. Водоросли у нас где-то здесь. По ходу дела. Давайте искать. О! Нашел раз. Жиряй давай. Ну и где еще? Чего-то как-то не видать пока. О, два. Не понял. Три. Стоит какая-то лодка. Лучше пока тут всплыть, потому что будем скоро всплывать кверху брюхом. Так, три нашел, а их пять надо найти всего. Ныряй. Пока не вижу. У нас еще есть неиспользованные очки навыков. Можно будет что-то прокачать. Но уже давайте после. Как тут все поищем. Так, 4. Рожь. И где-то должна еще одна расти такая. Одна штучка. Только где? Как обычно, одну сейчас буду искать дольше, чем все искал. Так постоянно и бывает. А, о! Ха, нормалек. Все. Водоросли готовы к продолжению. Отлично. Это было быстро. Теперь пошли сюда, тут людей Раиса заметили.
Поглядим, что там они творят. У меня же теперь есть пистолет, я теперь модный чувак. И автомат есть. И, короче, вообще у меня все есть. Нехер ко мне теперь соваться. Вот просто нехер. Так. Заметили их, походу, вот там, где машина стоит, да? Я ж правильно понял? Может, даже и нет. Пока только зомби заметили нас. Бляха, тихо. Ух ты, ёшкин кот. Я в просак попал. Лезь наверх. Так, да где люди Раиса? В таком случае. Вот тут. Кровавые следы. Э! Явно кто-то проходил до нас. И куда они пошли? И самое главное, что они тут ищут? Тут кто-то есть. Назим, Касим что-то кричит кто-то. Не понял, ты кто такой, Осман? Кто там? Не с места. В чем дело? Так ты меня помнишь? Я-то тебя не забыл. Ты был в лагере Раиса, когда я потерял руку. Ты один из парней Брекена. Будь ты кем-то другим, я бы тебя убил. Везет мне. Это точно. Насчет Раиса. С этим психом я разберусь позже. Но сначала мне нужно найти брата Назима. Он помог мне сбежать. Пошел за едой, но так и не вернулся. Я заплачу, если найдешь его. Чем ты мне можешь заплатить? Ты шутишь? Мы с братом работали на Раиса. Понимаешь, что это значит? Мы собирали вещи. Только этим мы занимались. Искали вещи, находили и брали себе. Поэтому у нас много вещей. Часть мы отдавали Раису. Часть оставляли себе, ну, знаешь, на всякий пожар. Не воровали, так сохраняли на будущее. Простая предусмотрительность. Пока вас не поймали. У нас все равно осталось прилично. Оружие, лекарства, деньги. У нас тайники по всему городу. Но теперь нас ищут люди Раиса. Наружу выбираться мне опасно. Так мы и договорились. Я подумаю. Ты не пожалеешь, обещаю. Да, я тебя помню, чувак. Тебе ж Раис руку отхерачил. Мачетой. Блин, извини. А все равно его убить нельзя. А прикинь, если бы можно было реально убить. И потом бы из-за этого твое задание было бы провалено. А где его братан-то? Где же ты, братья? Где же ты, братья? Блять. А где его искать? Подожди. Вот тут. Найдите на рынке брата Османа. Османская империя. Так а людей Раиса, получается, тут нет. Тут только Осман один. Я так понимаю. Смотри, вот и все. Так. Ладно. Идем тогда найдем его братана сейчас. Побыстрячку. А что мы тут поставили себе за маркер? Маркер он, в принципе, уже не нужен. Раз, два, три, четыре, пять. Брата Османа идем искать.
Только лучше не с пистолетом наперевес, а что-нибудь попроще такое взять. Рукопашный, а то, блин, пистолетом раз выстрелишь, понабегают потом бегуны всякие. Какая трава прикольная стала. Именно реально заметно, что графоний улучшен. Так, это что-то похоже на рынок. Не факт, что тут не будет людей Раиса, они, возможно, за ним придут. Если они их разыскивают, конечно. Кто-то объявление какие-то читает. И где же ты, братья? Так. Attention, что-то кричит, attention. Ты этого добивался, Назим? Мы ведь были друзьями. Бандиты. Подонки вы, я ничего вам не расскажу. Без проблем, Назим, времени у нас полно. А у тебя еще осталось 7 пальцев. Хотя подожди, 6. Встретил Османа. Он работает на Раиса. Говорил, что его брат Назим пошел на рынок и не вернулся. Теперь Осман предложил мне долю в добыче, если я найду Назима. А я нашел, походу. Так, где его пытают? Взлом трудно. Ну... Почему бы и нет? Это трудно? Пфф, ребята, вы чё? Вы меня смешите. Тут какая-то вентиляция. Пригодится. Отмычку нашел нормально. На мусорке. Кто ж такое кидает на мусор-то? Это же отмычка. Она же отмыкает двери. Это же просто оружие вора. Смотри, еще одну выкинули. Тут явно жил добропорядочный чувак. Чего не скажешь о нас. Блять, а как туда запрыгнуть? Тихо, тихо, тихо. О. Тут сейчас не будет хэдкрабов, случайно, нет? А, это же не та игра. Извините. Тихо, тихо. Где кто куда? Что это за свет? Ух ты, блять. Кто там ходит? Какие люди? Без охраны. Как нам выйти-то отсюда? Нормалек. Вот черт. Так а что теперь? Чего он не вылазит-то отсюда? Подожди. А, вот. И что? Вас не хватало тут только уродов. Смотри, как так проще намного. Фу. Так
Или будут так бесконечно делать? Умри. Назим тут? Опа! Ты кто такой? Твой брат заплатил мне, чтобы я тебя нашел. Ну, свои деньги ты точно отработал. Правда, Осман в беде. Люди Раиса знают, где он. Слушай, ты не мог бы передать ему кое-что? Скажи Осману, чтобы выбирался оттуда. Встретимся у тайника в Красной Стене, он поймет. Хорошо, передам. Теперь нам обоим лучше убраться отсюда. Что, давай убираться? Под пытками Назим рассказал людям Раиса, где прячется его брат Осман. Теперь Назим попросил меня предупредить Османа, чтобы он убирался оттуда, пока его не схватили головорезы Раиса. Да, этот Раис, конечно, та еще сволочь. Ёб твою мать, ты смотри, что тут творится. Понабегали все на звуки. Пацаны, вы чё? Вы так не шутите. Так, а нам куда? Нам же ж туда. Хорошо. Надеюсь, там османы еще не прикончили. Это ведь всякое может быть. Быть может, он там уже и не жилец. Тихо-тихо-тихо, ребят. Вот так, давай. Так. Чё там, Осман? Османа уже бьют. Тут блюдки, а? Сука. Плечевое. Хедшот. Еще и сзади был. Патронов уже маловато остается, надо будет все новые поделать. А я, кстати, умею их готовить, нет? Нихера себе, смотри. Это что такое? Это что-то прям интересное. А что можно поменять? Монтировка так 109-101, секач 106. Давай, блин, поменяем вот это вот 101 у меня было где. Секач 106, монтировка, по-моему, была 101, да. Разбери ее нахер. Возьми вот это. Сабля сипахи. Хорош. Тут же такое оружие мощное пошло. Что такое в путь? Еще, смотри, сабля сипахи одна. Ну, у меня уже и так куча всего. Что перебьюсь. Ты жив хоть, чувак? Еще минута, и мне конец. Я уже думал, ты меня заложил. Люди Раиса поймали твоего брата. Он заговорил до того, как я подоспел. Назим мертв. Нет, но у вас обоих теперь не достает пальцев. Он сказал, чтобы ты ждал его у тайника в Красной Стене. Сказал, ты знаешь, что это значит. Это значит, что ты меня не предал. Я вижу, ты парень честный, человек Брейкена.
Не хочешь присоединиться к нам с братом? Нет, просто заплати мне. Понял, отвял. Я обещал тебе добро, отвечаю. Эти ключи откроют три тайника в разных частях трущоб. Сможешь до них добраться? Вещи твои. Удачи, человек Брехена. Хорошо, где тайники? Дай еще мне 1000 бачей, чувак. Все, и вали нахуй. Смотри, сколько у меня тут всего. Сишки, кофеек. Как всегда. Куда же без этого? Так, это что? А, это херня. Сотка урона, это меня уже... Таким меня уже не купишь. Ух ты. Какие-то канализации прям. Куча инструментов. Забираем. Бита 64 урона. Вы что, издеваетесь, пацаны? Ну как так? Это мелочи. Тут нихера нет. Тут он, наверное... Посать, посрать сюда спускался, он, видишь. Надо понять теперь, где эти тайники, потому что там, скорее всего, что-то ценное. И нам бы на это все свою лапу наложить. Ну вот, например, где? А, смотри, тайник Османа. Тайник Османа. Тайник Османа. Можно даже сейчас вот так вот пойти. Тыдыщ, тыдыщ, тыдыщ. И тыдыщ. Динамит Джафару. Пошли тогда еще, я же хотел территорию одну зачистить в этой серии еще. Как до нее лучше всего добраться? Вот так его, потому что там туннель, скорее всего, завален был. Попытаемся так гору типа обойти. И добраться до этой территории сюда. Если, конечно, это возможно. Да, потом будем уже серию заканчивать. И следующие пойдем тогда по тайникам Османа. Поздаем задания, все квесты. Подготовимся к сюжетному, короче, продвижению дальше. Потому что сюжетка нас ждет. Сюжетка долго ждать не будет. А, это высотки. Тут что-то я помню, был такой пункт, типа безопасная зона, но мы оставили на потом. Почему, не помню, скорее всего, просто пробежал. А тут, кстати говоря, у нас было задание пойти на парковку. Парковка, она вот. Ее можно будет осмотреть даже в следующей серии, мне кажется. Просто тогда я не понял, что надо именно сюда заходить. Я подумал, ну, типа, добежал, тут ничего нету и ушел. Это заказ был, по-моему. А сейчас можно будет это все прощупать. Что там с этой парковкой такое? Что-то происходит? Здорово! На! Куда же? Не вставать, лежать. Так. Хорошо. Все нахер затоплено. Прям целое наводнение, прикинь. Походу, надо подняться на самый верх. Воу-воу-воу, чувак! Лежи! Ты чё, зачем вставать? Вот, ну. Тоже лежи. А, он все уже. Чё, тут в классике играл, что ли? Ну ты даешь. Ты-т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 ы
осталось. Или тут, может, еще будет локация какая-то, хрен его знает.
Ладно, мы все, что хотели на эту серию, то, что мы задумали, мы сделали. Да, давайте уже в следующий пойдем дальше. Пойдем, наверное, вот сюда. За тайником Османа, он тут недалеко. Потом еще тайник Османа недалеко. Там сюжетка, туда потом схожу. Отдам Джафару. Пещеры ночью смотреть, заберите травы. Можно будет до ночи тут помедитировать, забрать травы. Короче, подумаем уже в следующей серии. Но траектория у нас будет типа вот такая вот. Вот такая. Зайти внутрь. А что там такое зайти внутрь? А, еще ж парковка. Точно, надо же на парковку посмотреть, что там. А парковка, если не ошибаюсь, где-то вот тут была, нет? Что-то я, блядь, забыл, где парковка была. Парковка, морковка. А, вот же она, походу, здесь. Что у нас тут? Ух ты! Ух ты, блядь! Какого хрена, спрашивается? Не даете мне, блин, нормально посмотреть, что там. Какая же хорошая вещь. Погодь. Топор, гвоздодер, клевец, простой. Сабля. Простой топорик. Ну, из всего тут секач пока самый такой хуёвый. Можно его, в принципе, разобрать. Мачете там-то. Класс. Ух ты, ничего себе. Труполей поскладывали. Давайте тогда посмотрим, что там на этой парковке. Это у нас заказ как раз вот про парковку будет здесь. Где-то был. Подожди, задание. Вот, ухищрение, по-моему, это оно. Не привлекайте внимание блуждающих прыгунов. Не использовать маскировку. Незаметно выполните задание в зоне карантина 0.5. 0 из 5. Не знаю, что это такое, но давайте посмотрим в следующей серии. Пока что оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. С вами был Морган. Удачи, всем до новых встреч. Пока-пока.